Добрый день, дорогие мои! Как ваше настроение? Погода у нас такая хорошая. Света, покажи, как я цветы все сделала красивые во дворе. Смотрите, в этом году у меня такой дизайн во дворе. Красота, оттенки. Я в этом году решила сделать такой дизайн. Скажите, почему? То туда, то сюда, то град, то солнце, то дождь. Устала. Думаю, сделаю один раз в этом году. Осенью буду выбрасывать. Много будете обсуждать, это уже ваша проблема. Но я лично так решила. Но у меня есть еще и живые цветы. Свет, покажи, как дерево у меня красиво. Близко иди, смотри, какая красота. Смотрите, дерево близко покажи. Посмотрите, как пчелки работают. А вот еще и живые у меня. Смотрите, какие красивые во дворе. Цветочки, все потихоньку выходит. Свет, вот и это еще покажи. Смотри, какие красивые. Смотрите, мои пчелки уже работают. Смотрите, издалека вот такой дизайн делала, чтобы когда заходишь, красиво, все цветочками, красиво, зелень, зеленый. И, в общем, все красиво. Вот такой дизайн я в этом году решила. Хочу вам пожелать хорошее настроение. Такая же погода. Везде подруги мои разговаривают. Говорят, у нас пасмурно, у нас то Дубай наводнее, Москва пасмурно. А у нас вот Пятигорск такая красивая погода. Несмотря, что сейчас у всех то спина болит, у всех обострение, и также у меня, но мы же не показываем. Но я вам к вам выхожу в хорошем настроении. Как они у меня растут. Свет, покажи все подряд. Это еще не все. Смотрите, все будет вылазить еще. Вот, смотрите, какие у меня красавчики выходят. Так что, дорогие мои. А этот уже вышел. А это уже вышел. Раньше всех вышел. Как-то так, да. Сейчас посижу и пару ваших вопросов отвечу за вчерашних, которые мы не успевали. Мы же общаем, это же моя семья. Сейчас я отвечу. Я хочу ответить пару ваших вопросов, которые вчера мы не успели вам отвечать. Дети двор моют, этот звук не дает. Сейчас я быстро вам отвечу, потом покажу, как двор мой. Вчера спрашивали, как вы делаете, чтобы картошка такой румяна становится. И когда мелкий свежий картошка, я его мою и сушу хорошенько, чтобы воды не было. Потом, когда у меня масло хорошо кипит, тогда я картошку бросаю. И быстро не мешаю. Даю, румяночка становится. Солю сами концы. Перчу сами конец. А еще спрашивают, на каком масле ты жаришь? Обычно подсолнечное, любой есть. Что есть, что попало. Хочешь подсолнечное. Есть свинина, хорошая свинина. Есть, иногда делаем... Маргарин. Маргарином даже. Но это не имеет значения. Самое главное, соленый не делаю. Помыла, посушила. Масло кипит, тогда я его бросаю. Быстро не мешаю. Даю румяночки, потом раз, поменяла. Солю концы, перчу концы. Самое главное. Маленький секрет, но раньше я тоже не знала. Я скажу, чтобы все знали. Насчет люля. Какую зелень добавляли? Я делала от души лук, мясо и зелень. Я вам советую, лучше зелень не делайте. Она черный бумером становится, когда зелень. Я еще же все люблю больше. Но я все попробую, ничего. Моя ошибка, я вам говорю, лучше делайте без зелени. Вместо зелени можете делать картошка. Будет вот такой шикарный. Дальше. При какой температуре ты их жарила? А, в печке. 200. Печка была 200, чтобы она была горячая печка. Как они получились такие румяненькие? Румяненькие. Потом 200 я его жару, в конце делаю 250, как в тандыре, сильно. И там очень быстро, и она очень была сочно. Можно добавлять пармезан даже. Она будет безумно хорошая. Когда вот так будете резать, она еще будет тягучей. Я всегда все пробую. Экспериментирую. Да, но зелень лучше не добавляйте.
Да, я люблю все зелень. Приправа все можно. Но зелень лучше не добавляйте, потому что цвет становится темный. Не так яркий, румяный. А еще спрашивают, откуда у тебя столько энергии? Ой, слушай, мне глаз или энергия. Энергия, как я рожденный такой. В данный момент у меня тоже спина болит, потому что я делаю массажи, вот всяких вот весна же, а себе занимаюсь и немножко болит, слабая я. Но к вам и выхожу с любовью, приятное дело, хотя 2 дня плохо мне было. Вот. Всегда вы спрашиваете, кто у вас дома помогает, почему у нас называется семья. Мы все с семьей работаем. Кухня, конечно, я со Светкой, а вообще везде мои дети. Вот, а говорите, кто вам помогает? Смотрите. Вот и семья, не я одна, у меня семья. Поэтому чем отличается женщина, когда я люблю отдельно жить без детей? Вот как с детьми жить. И день проходит хорошо, а когда болеешь, вокруг и во внуки, и весь дети. Успеваем вот так, потому что семья, а есть одинокая женщина, ничего не успевает. Поэтому по всему миру узнали меня. Не просто мне, а мою семью, а я горжусь. Я не только я, это семья. Կյանքը կարճ է, մենք չենք զգում, ոնց են անցնում օրերը, այս աշխարհում հավեր շկապրենք, միայն սար ու ձորերը, դե շուտ արեք ժլատ մարդիկ, հանեք կրճոջ օրերը, այն աշխարհում պետք չեն գալու, այս աշխարհի ողերը, սախսուտա, սախսուտա, գերեք խմեք ու կեֆարեք, սախսուտա, սախսուտա. Գերեք խմեք ու կեֆարեք սախսուտա. Հասկացան արուսյակիս խոսկերը, նա իր կյանքում դժվարը կապրի, սխալապրա ձորերը, դե շուտ արեք ժլատ մարդիկ, հանեք կրճոջ օրերը, այն աշխարհում պետք չեն գալու, այս աշխարհի փողերը, սախսուտա, սախսուտա, գերեք խմեք ու կեֆարեք, սախսուտա. Смотрите, девочки мои, ничего здесь страшного нету. Ночью вымачиваете и все. Вот как я показала, сделали. И чуть-чуть руками потоптали. Все, смотрите, равномерненько. Много тоже не надо. Один год я делала много. Думаешь, хорошо, это еще хуже. И чуть-чуть вот так. Пока. Все. Вот сейчас, если много, да, пошла. Вот так делаем, чтобы везде равномерно было. И каждый вечер много тоже не надо, чтобы не воняло, плесню не покрывало. Вот чуть-чуть. Вот сегодня какое число, Света? 18. Вот 18-го отлично. Я думаю, уже успеем.